Всех приветствую на канале S-Family Life в новом 2022 году. Надеюсь, этот год для нас будет наполнен только яркими и положительными впечатлениями, а также удачей. Сегодня хотелось бы протестировать продукт для умного дома, о котором мало кто слышал, но, возможно, как и мне пригодится. Речь пойдет про универсальный пульт дистанционного управления от Kerui, настройка которого осуществляется через приложение Tuya или Smart Life. Также это работает на Android и на iOS, не имеет значения. В магазине, конечно, можно встретить громоздкие универсальные пульты, но мы ведь уже в 2022 году, где система умного дома получила широкое распространение. Кратко опишу ситуацию. У вас дома есть кондиционер, несколько телевизоров, саундбар, приставка Xiaomi или Apple TV или другие электроприборы, которые управляются с помощью пульта. Для каждого устройства нужен отдельный пульт, который мы постоянно забываем, куда положили, или дети с ним играют и забрасывают куда-нибудь. Так вот, сегодня вместе с вами рассмотрю решение, которое поможет объединить сразу все пульты в одно приложение и управлять через Wi-Fi, не отрываясь от дивана. А прежде чем приступлю к распаковке, попрошу поставить лайк и оставить комментарий с ответом на вопрос, а для каких целей вы бы использовали такой пульт? Автору самого креативного комментария отправлю устройство по почте. Подписывайтесь на канал и нашу группу в Telegram, где оперативно ответим на все связанные с продуктами из обзоров вопросы. А я приступаю. Прибыло в обыкновенном бумажном пакете. Здесь однослойный пупырчатый материал. Я заказывал сразу два одинаковых пульта. Один для себя, другой для кого-то из подписчиков. Рассмотрим сначала один какой-нибудь. На коробочке здесь указаны характеристики. Я брал IR плюс RF. Это инфракрасная плюс радиоверсия. Отличие от просто IR. В РФ можно программировать пульт, который на радиочастоте посылает сигнал. Например, сигнализация от того же производителя Kerui или гаражные ворота. Здесь я подготовил. Или вот такие, например, пультики. Их также можно запрограммировать. Также здесь присутствует QR-код, на который можно навести камеру телефона и начнется процесс установки приложения. У меня приложение уже установлено, так как уже не первое устройство, которое добавляю. Давайте сразу посмотрим. Вот так выглядит приложение. Достанем из коробки. А, здесь еще есть инструкция. Инструкция на китайском и английском языке. Собственно, также есть еще и QR-код. Мы это отложим. Сейчас нам интересно вот это устройство. Оно является USB и подключается даже к самому обычному пауэрбанку. Подключаем. Синий диод загорелся. И находится в стадии ожидания. Добавить можно двумя способами. Первый способ добавить устройство через выбор. Тогда мы здесь переходим в другое и выбираем универсальный пульт дистанционного управления. Также можно автоматически добавить. Вот здесь поиск ближайших устройств. Как видим, оно уже нашло. Нажимаем добавить. Диод заморгал, погас. Устройство успешно добавлено. Далее можем поменять название. Вместо китайских иероглифов напишем привычное русское название пульт. Сохраняем. Пусть будет главная спальня. Все, завершить. Все, наше устройство готово. Пока процесс довольно-таки быстрый. Вот, оно определилось, что у нас имеется инфракрасный передатчик и радиопередатчик. Сейчас я нажал радиопередатчик.
Давайте вначале тогда начнем с него. И выберем гаражную дверь. Здесь у меня есть ключ от гаражной двери. Все функции открывать и закрывать выполняются только при помощи одной кнопки, поэтому запрограммируем так. Зажимаем. Просит нажать кнопку и удерживать. Все. Появилось. И также open. Зажимаю. Удерживаю. Все. Отлично. Кнопки добавлены. Нажимаю finish. И давайте теперь потестируем. Вот здесь две кнопки. Я, допустим, нажимаю. Обратите внимание. Сейчас я буду нажимать close. И синий диод будет моргать. Сейчас моргает. Опа, моргает. То есть сейчас, по идее, дверь гаража должна открыться. Но так как датчик находится не в зоне этой двери, то, соответственно, ничего не произойдет. Ну и также, наверное, самая полезная функция, которой будут зачастую пользоваться, это добавлять пульт от телевизора. Здесь я подготовил пульт вот, от обычного LG телевизора. У него инфракрасный передатчик, вот поэтому добавляем. Добавить телевизор. Ну, можно как сделать расширенную настройку, можно как быструю. Давайте сделаем быструю. Не знаю, отсвечивает, надеюсь, будет видно. Бренд просит указать. Угу. Это у нас LG. Все, что он просит, пожалуйста, нажмите и потом нажмите на пульте кнопку, то есть рядом располагаться с самим девайсом. Нажимаем, все, девайс активировался, power, нажимаем. Угу. Все, в принципе, здесь уже видим, что он срабатывает на телевизоре, как я сейчас вижу, уже срабатывает, то есть он подгрузил пульт, сразу понял какой. И все, собственно, здесь все отлично. И вот перешел он в расширенный пульт. Здесь можно самостоятельно добавить те кнопки, которые не срабатывают от обычной установки. То есть, вот, допустим, просит ОК. Я пишу другие. Все, вот здесь зажимаем кнопку Power. Оп, зажали. Нет, вот эту, допустим, кнопку назад. Надо нажать, наверное. А, не сразу уже тут все работают. Ну все. Окей. Переходим теперь в наш пульт. Вот они, все кнопки подгрузились, отобразились и должны работать. Это далее мы протестируем обязательно. Сейчас чуть-чуть еще расскажу. Смарт-адаптер. Также здесь присутствует не только автоматическое добавление устройств, которые уже существуют в памяти. Также здесь есть функция UI, которая позволяет управлять еще большим количеством устройств, обучая их с оригинального пульта. Включает в себя светодиодные камины, обогреватели, потолочные вентиляторы и так далее. Вот, то есть можно перейти сюда. Настроить различные. Проектор, DVD, камера, кондиционер, даже TV-бокс, ну, то есть приставку можем добавить. Как вы могли заметить, пульт от телевизора у меня получилось добавить всего в 3 шага, чтобы система могла понять, какой пульт используется, и все остальное уже подгрузила самостоятельно. Все, теперь перейдем к проверке, как работает управление телевизором на практике. Ну вот на практике, как это выглядит. То есть переходим в добавленный наш пульт от телевизора LG. Вот данный телевизор. Две руки свободны. Пульт подгрузился.
Включение. Телевизор включается. После этого можно проверить сейчас кнопки громкости. Вот. Громкость увеличивается, уменьшается. Также можно зайти в меню. Все. И переключаться в меню. Собственно, как видим, все работает. И отключаем телевизор. Собственно, вот и пришло время подвести итоги. Я брал данное устройство целенаправленно. И кроме как информацию из комментариев, негде было получить. Поэтому на 100% не было уверенности, что будет работать так, как мне надо. Но на практике, я бы сказал, этот гаджет превзошел мои ожидания. Конечно, это не массовый продукт, но стоимость инфракрасной версии 600 рублей, а инфракрасной с радиоприемником 1000 рублей. Вполне цена оправдана. Сейчас даже самый обычный пульт от телевизора стоит и того дороже. Как основной пульт я, конечно, не планирую пользоваться, а вот как дополнительный, когда сел смотреть фильм, а потребовалось включить кондиционер, а пульта рядом нет, почему бы не воспользоваться? Но есть также и минус. Одного устройства будет хватать только на одну комнату и управлять только предметами в этой комнате. Соответственно, если вам нужно подключить устройство из другой комнаты, то потребуется еще один такой адаптер. И на этом обзор можно завершить. Если он был вам полезен, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А уже очень скоро мы увидимся в новых распаковках.